поверите, что представляет из себя крепость. Скорее, это бункер на случай конца света. В нем могут жить на самообеспечении около 500 000 человек. Анализ чертежей крепости показал, что оптимальный вариант — проникнуть внутрь через базу снабжения. Захватите ее. Внимание! Цель артиллерии отмечается красным дымом. Блок нейтрализован! Идем дальше! Стрелок нейтрализован! Вперед! Трансеи обеспечат вам прикрытие во время штурма базы. Нейтрализован! Нам нужна информация, чтобы попасть внутрь, но их защита блокирует нашего червя. Найдите терминал. Придется получить данные через прямое соединение. Переходим к следующему этапу. Используйте конвейер, чтобы попасть в крепость. Сначала нужно подать энергию. На базе есть 3 генератора. Первый есть. Это второй. Хорошо, включаем генераторы на полную мощность. Каждый удар артиллерии врата меняет...
поле боя. Вы должны учитывать этот фактор во время атаки. Мы не можем потерять генераторы, бойцы. Конвейер заработал. Теперь защищайте генераторы до прибытия платформы. Платформа уже в пути.
Продолжайте атаки, пока не прибудет платформа конвейера. Стрелок готов. Враг уничтожил генераторы. Придется возвращаться ни с чем.